Гороскоп на 30 января. День символизирует исполнение желаний, материализацию мечты. Сегодня могут осуществиться честолюбивые планы Овнов. Партнер по браку порадует вас своими финансовыми успехами. Вам откроются новые возможности, воспользуйтесь ими. Влияние планет настроит тельцов на возвышенный лад, навеет радужные мечтания о путешествиях, вероятно, интересные и полезные встречи, важные телефонные разговоры. Общение с друзьями, хороший зимний отдых – это гарантия будущих успехов. День социальной активности. Главная задача для близнецов состоит в решимости вникать во все происходящее, вмешиваться во все проблемы окружающих людей. И если успеете помочь близким, все пойдет на лад. Посещение врачебных учреждений в наступающем году сулит ракам удачу. И не обязательно в медицинском смысле. Вероятно, встреча, которая определит вашу будущую жизнь. Не бойтесь подобных неожиданных поворотов. В этой жизни все возможно. Сегодня львы могут отличаться душевной тонкостью и ощущать родство с каждым человеком. Неплохо удаются все дела, связанные с обучением. Знакомства перерастут в длительные отношения, удачны короткие поездки и переговоры. Девы способны сегодня много заработать, но, получив деньги, тут же придется вложить их в какое-то дело или сделать необходимые выплаты. Не оставайтесь в долгу ни перед кем. Неблагоприятные тенденции в бизнесе постепенно будут набирать силу, и следующий месяц может ознаменоваться неприятностями. Этот день располагает весы к сентиментальности, скрытности и легкомыслию. Используйте возможность независимо мыслить, но не обольщайтесь миражами земного благополучия. А возможны визиты дальних родственников. Скорпионам можно подавать судебные иски, обращаться в органы власти. Судебные процессы обещают быстрое продвижение. В конце января встречи и переговоры на самых разных уровнях могут быть для стрельцов весьма успешными и иметь долговременный позитивный характер. Обращайтесь за консультацией к опытным людям. Их советы и помощь окажутся очень полезными и эффективными. В конце января семейная жизнь козерогов не будет омрачена ссорами и неурядицами. Это очень благоприятные дни по устранению причин ваших несчастий, как в судьбе, так и в облике. Если вы решите вступать в брак, не откладывайте это надолго. У замужних и женатых водолеев произойдет проверка на прочность отношений с супругом. И хотя самый сложный момент позади, все же некоторая сдержанность и недоверие пока остаются. Давайте передышку друг другу от тесного общения, тогда никаких проблем не возникнет. Период чреват огорчениями, неудовлетворенностью, охлаждением чувств. Рыбам придется компенсировать ударной работой отсутствие удовлетворенности в сфере личной жизни.